25 июля 2015 года, примерно в 11 часов, в дежурную часть Московского райотдела милиции поступило сообщение о разбойном нападении на служебный автомобиль общества «Посад», который производил инкассацию денежных средств с торговых точек данного предприятия. По прибытию на место происшествия было установлено, что примерно в 10 часов на данный автомобиль, на водителя данного автомобиля напали двое неизвестных граждан, которые с причинением физического насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, завладели служебным автомобилем, в котором, как впоследствии было установлено, находились денежные средства общества «Посад» в сумме около 50 тысяч гривен. Два человека накинулись на водителя при помощи рук, причинили ему телесные повреждения в области головы и шеи, после чего сели в автомобиль и, когда сломили его волю к сопротивлению, сели в автомобиль и покинули место происшествия. Впоследствии этот автомобиль был по горячим следам в течение 20-30 минут обнаружен по адресу Героев труда 37, и на момент осмотра денежные средства в нем уже отсутствовали. По горячим следам нами были установлены лица из числа свидетелей, которые наблюдали за данным конфликтом. По их описаниям мы сделаем фоторобот. Нами принимаются сейчас все меры по установлению этих лиц и проводится комплекс иных оперативных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Одному на вид около 45 лет, он невысокого роста, плотного телосложения, второй будет помоложе его, первого, и ростом чуть повыше. Особых примет как таковых нет, за исключением того, что один, вероятнее всего, находился в пляжных тапках. Сравнивали приметы нападавшего на инкассаторов и приметы этих лиц, которые совершили разбой на водителя общества «Посад», но ввиду антропометрических данных последних, они не подходят под описание того человека, который совершил разбойное нападение на инкассаторов.